Здравствуйте! Сегодня у меня приготовлена для вас дека от компании Technics, модель RS-BX646. Данная дека выпускалась в 1993-1994 годах, имеет три головки, три мотора, может воспроизводить частотный диапазон на ленте первого типа от 20 до 18 тысяч Гц, на ленте четвертого типа от 20 до 20 тысяч Гц. Дека имеет автоматическую калибровку параметров записи под конкретную ленту. Автомат выбирает оптимальный ток подмагничивания, выравнивает уровень записи, если обнаруживает его падение, и если обнаруживает уменьшение высоких частот, то автоматически их при записи увеличивает с тем, чтобы при воспроизведении они соответствовали оригиналу. Данная дека имеет две скорости перемотки с режимом турбо, имеет режим поиск по паузам, функцию возврат к начальной точке записи, повтор выбранного фрагмента, автоматическую подтяжку ленты после установки кассеты. В деке имеется счетчик ленты в реальном времени и виртуальных числах с функцией остановки при нуле. Имеется регулировка уровня выходного сигнала наушников и встроенный сенсор для пульта дистанционного управления. В данном случае у меня имеется усилитель данной серии, поэтому я смогу управлять данной декой с пульта. Давайте теперь произведем автокалибровку и последующую запись. Сейчас дека записывает серию тестовых сигналов с разным током подмагничивания и потом выберет ток подмагничивания самый оптимальный. Сейчас проверяется эквализация на предмет срезания высоких частот. И проверяется, есть ли падение уровня записи. Все, автокалибровка закончена. Сейчас произведем запись. Наша дека трехголовочная со сквозным каналом, поэтому мы в режиме реального времени можем сравнивать входящий и уже записанный на ленту сигнал. Это сигнал входящий, красный индикатор source. Это сигнал, записанный на ленту, беленький сигнал type. Сигнал входящий. Сигнал записанный на ленту. И сигнал записанный. You said they turn over. I'm not giving up.
На этом у меня все. Спасибо за внимание.